провели собственный анализ, произвели собственные расчеты, опираясь на реестр сделок в фондах банковского управления. И нашли, что далеко не все падение поддается простому объяснению. Так, например, банк ссылался, что во всем виноваты операции репо, из которых он построил пирамиду, эти операции с точки зрения банка абсолютно законные, но это падение во многом не связано с операциями репо. И мы видим, что, например, по фонду денежный один, а это фонд, который был предназначен не для получения доходности, а лишь для сохранения денег, в этом фонде он тоже потерял 90%, как и все остальные. Так вот, ущерб от операции репо составил только 10% от стоимости фонда. Кроме того, около 25% он потерял за счет того, что в фонд покупались бумаги, в общем, документарные бумаги, векселя дружественной банковой организации, который банк взял и переоценил в один день в 1000 раз. И остальные деньги, в общем-то, исчезли в неизвестном направлении. И поэтому мы, конечно, хотели бы, чтобы и государственные органы проявили к нам какой-то интерес, чтобы АБФ не кормил нас отписками, как он это делает до сих пор, чтобы он произвел полноценное расследование, истребовал необходимые документы, а не просто опросил менеджеров банка. И предоставил подробный отчет о том, что происходило с нашими деньгами. Вот, собственно, для этого мы здесь собрались. Я посчитал сейчас, у меня небольшая сумма, 200 тысяч. Они мне оставили в один день. Там был, кстати, подъем, падение чуть-чуть, колебалось. Оставили 8 тысяч из 200. Просто забрали. Какой МММ здесь? МММ – это дети по сравнению с этим мигрантским банком. 3 миллиарда рублей украли. Украдено 3 миллиарда рублей. Легко, без шума и пыли. За один день украли. Никто не виноват. Никто не виноват. Кинули 30 тысяч человек по всей России. Вон, в интернете, с Красноярска пишут, мы бы с удовольствием сюда приехали. Я вообще удивляюсь, почему-то не такая активность. Москвичи заняты и прочее. Красноярск, из других городов пишут, что с удовольствием бы сюда пришли. Это вообще нельзя простить и с этим согласиться. Говорит, вы там в Москве, давайте. Пытаемся давать, видите. Денежного сейчас находится в Тверском суде города Москвы, рассматривается там. И вот это наиболее показательный фонд, по которому видно, что банк использовал деньги для своих собственных каких-то целей. Он кредитовал дружественную организацию за счет денег пайщиков, он спиливал доходность, которая теоретически должна была принадлежать пайщикам. То есть получалось так, что риски управления доставались пайщикам, а доходы от вложений доставались банкам. Что ко мне влезли в карманы, обворовали. Так и случилось на самом деле. Обворовали. Страшно быть активисткой этого собрания? Или это элемент гражданского общества, о котором все говорят? Нисколько не страшно, потому что мои интересы, я отстаиваю себя, потому что больше некому отстоять. Если не мы сами, то кто? Я вложил золото, серебро. В эти дни, в конце сентября, даже было повышение цены на эти металлы. Да, мы уже здесь. Они рухнули их, и все. И все, просто в наглую. Понимаете, рынок, товарищ говорит умные вещи, я не так глубоко не разбираюсь.
Ну, даже у мужика не падает так быстро, как у них цены. Самое интересное, что денежный рынок был создан для сохранения средств в период кризиса. Он, у него, он денежный рынок один, у него доходность 0% в течение 2 лет была. Он никаких доходов не давал в течение 2 лет. И тут за один день упал на 91%, вернее 90,9%. То есть за один день он был создан специально для сохранения средств, не для получения дохода. И люди там хранили деньги для того, чтобы в период кризиса, это написано во всех рекламных проспектах и не Астромбанка. Вот вы представляете, вы принесли деньги в банк. Вот я 150 тысяч принял. Через месяц у меня 5 тысяч отобрали. За 3 месяца у меня отобрали 14 тысяч. Понимаете, вот вы несете деньги в банк, чтобы научить это сказать проценты, а у вас каждый месяц тратите деньги. И все это дело хитро, потому что ваши рубли переводят в доллар, а так как доллар падает, то у вас, естественно, становится меньше. И ничем мне это докажет, на каком основании мои рубли переводят в доллар. Я принес рубли, у меня расписка в рублях, все в рублях, все в доллары переводятся. И ничего я доказать не могу. А БЭП считает, что так как у вас в договоре указаны 2 суммы в рублях и в долларах, то все законно. Во многих фондах вот активы превышали 15% стоимости чистых активов. Допустим, те же векселя, они во многих фондах там доходили до 50%. В фонде Таиланда их было 70%. Вот, то есть это вы тоже будете как бы... Естественно, да. То есть вот доказательная база будет строиться на, именно на том, что нарушали инструкции ЦБ и ФСФР, да? Конечно. А вот насчет Ахмерова, который в Казани судился, там банк подал апелляцию, насколько я понимаю, он выиграл, да? Да, выиграл. И это дело заглохло дальше. И дело заглохло. У нас, когда, в общем-то, у нас был суд, я посмотрел, там люди судятся с Юниастром просто непрерывно по поводу фондов. Вероятно, это вот те самые иски, которыми торговали когда-то казанские юристы. Люди их накупили себе и ушли в общем. Ничего относительно предоставленных нами фактов. Да. То есть чисто юридическая болтовня. Ага. В общем. Ну а суд что, принял это решение, отложили? Вот. Ну мы нет, ну поскольку мы не читали этот отзыв, естественно, мы взяли тайм-аут, естественно, мы этот изучали. Ну, я не знаю, это вот на самом деле лучше, конечно, спросить Руслана, потому что я не юрист, и мне вот тяжело, конечно. Ну, да, да, узнать, да? Да. А вы к нему спрашивали, но подойдите. Ну, когда у нас было собрание, я это еще не читал. Я думал, там что-то есть по существу. Вот как бы по моим, да, по тем данным, которые я предоставлял, по существу там ничего нет. Там общая идея приблизительно такая, что в отзыве, что, во-первых, банк не совершал ничего противозаконного, а Тенкина он управлял в интересах пайщиков и добросовестно. Вот. То есть как бы истцы не доказали не показали, что банк делал что-то противозаконное. Поэтому вы хорошие, вы пушистые. Мы... А вы? Да, поэтому в иске надо отказать. Вот интересное ходатайство банк подал. Банк подал ходатайство о закрытом судебном заседании, потому что якобы, ну, поскольку мы писали о том, что в иске там точно написано, что из фонда исчезло 170 миллионов рублей,
и банк не предоставил никаких подтверждений, никаких объяснений по поводу того, куда эти деньги делись. Вот, соответственно, на основе этого мы думаем, что, наверное, они хотят придумать неких виртуальных пайщиков, которые вывели больше половины фонда куда-то там. Именно не 29 сентября, а 28. Да, ну 28. Ну так, ну 20, так, условно. 28 было воскресенье, 20. И просто за день того, как рухнул, скажем так. Да, 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 да. Ну я специалист по финансам. Ну не важно. Ближе, чем можно. Да. О юридической части это вот Руслан Петрович больше, конечно. А у нас из отчетов не видно, то есть, грубо говоря, имущество в фонде было, и потом оно раз резко куда-то делось. На них ничего не куплено, на эти деньги, они куда-то ушли. Кто там выводил, как выводил. Пока... Это именно по денежному рынку, да, 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 да. А по остальным фондам? Ну, это все еще в процессе. То есть процесс тяжело, но... Я думаю, как у нас ребята обрабатывают отчеты, так ни один Pricewaterhouse не обработает. Сколько там времени они потратили на это там. Просто колоссально. Я искал, мы же хотели экспертов привлечь, я искал, обзванивал и вот эти их некоммерческие организации, где они вот там ассоциациями, где они там Кинофор, НЛУ, там вот эти вот, НФА, Триэйл, ну помогите нам там выделить эти. Типа, мы не можем, у нас там ресурсов, вам это никто делать не будет. То есть никто нам не согласился помочь. Человек. То есть это те, у кого были вот этот денежный документ, да. Денежного один. Ну там очень было. Неплохая сумма, на самом деле, там, по-моему, где-то 15 миллионов рублей. 31-го сумма. 31-го? Ну, она, по крайней мере, будет пытаться, я думаю, уже по существу рассмотреть там, да, и все решение. Наша задача, естественно, это не дать сделать то, что делать реально, не подготовлено. Она быстро все делает, мы даже жалобу написали на нее на имя исполняющего обязанности председателя, потому что там реально нарушение, она приняла дело там через 5 дней уже принимает. Не, наоборот, она быстро, она все, ну реально, не хочется было вникать. Они быстрее там посмотрели, типа спихнуть себе. Ну там даже по срокам, ну нереально, у нас даже в районных судах так дела не рассматриваются, там уже назначила досудебку. Они на нее не явились, доказательств того, что они извещены, нет. И она тут же вносит определение, что типа да, все нормально, дело уже подготовлено к слушанию, назначать по существу. Но это, вы думаете, просто не хочет она или там есть какой-то интерес? Ну как, я могу предполагать, я же не скажу, что да. Ну, да. Я являлся свидетелем, как там факт коррупции осуществлялся там. У меня только могут быть просто по этому поводу какие-то предположения. Я анализирую какие-то факты, да, и поведение. И все сопоставляю. Здравствуйте. И у меня такие появляются мысли. Не более того. Если суд будет по-честному разбираться в нашем деле, то, конечно, мы должны его выиграть. Он больше верит в победу. Если проиграем здесь в итоге. Я спрашиваю, как там, Европейский суд? Да, да.